9 мая для нашей семьи – это праздник. Праздник сильных духом людей. Я хочу рассказать о своей бабушке Крыловой Анфисе Васильевне. Многие наринмарцы старшего поколения помнят ее и уважают как настоящую труженицу, доброго и честного человека. Бабушка Анфиса из семьи переселенцев приехала в округ подростком. Когда началась война, ей было 12. Росла она в Ярославской области в большой семье, где было 7 детей. В 41-м отца и старшего брата бабушки призвали на фронт. Несмотря на то, что двор был зажиточным, в 43-м стало очень голодно, и семья Мальковых-Целиковых решила переехать на крайний север. Добирались долго, но все выжили. Поселились в Лабужском. Бабушка часто рассказывала, как, будучи совсем юной, работала в колхозе, на Путине, на ферме, лесозаготовках, чтобы помочь слабой здоровьем матери поднимать младших братьев. Дочь мельника, она рано узнала, что такое трудодень и какова цена хлеба. Привычку беречь каждый кусок и много работать она сохранила на всю жизнь и учила этому нас, внуков. День Победы – это память о наших близких, на которых нужно равняться и у которых нужно учиться, учиться силе духа.